Лиссабона, позапрошлой весной, уже на следующий день ты привела меня домой. Ты говорил мне сядь, говорил мне встань, потом, наверное, я устала и легла на диван. Я понял, что намек, я целую дым на лету, но не по ней, что конкретно ты имела в виду. Назвала меня сынок, я понял, что на мелке соло блин на лету, но не понял, что конкретно ты имела в виду. Но я-то виду, дружок, как ты мне сыпала в суп какой-то белый порошок. Кой странный вкус, темнеет в глазах, и ты сказал: окей, до встречи, не бежать, я понял. Это намек, я все ловлю на лету, но не понятно, что... Хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю в Англии, ты все там на земле. И что ты скажешь, ты торопишься навстречу ко мне? Но ничего, ничего, я тебя жду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать даже, что ты прилетаешь? Я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать, что ты меня ловишь.